пойду-ка на юриста, на экономиста, не стану пианистом, не альпинистом, я стану сатанистом, буду визажистом в самом худшем салоне страны. Мама, я не сдала ЕГЭ. Мама, я не сдала ЕГЭ. Ничего не понимала, не умею шить фартук. Мама, успокойся, прошу тебя, хватит. Макдональдс тоже хорошо, вроде платят. Ну а еще там картоха вкусная. Не пойду я на юриста, на экономиста. Не стану пианистом или альпинистом. Я стану сатанистом, буду визажистом в самом худшем салоне страны. Мама, я не сдала ЕГЭ. ЕГЭ. Мама, успокойся, мама, не молчи, отдай мне обратно от дома мои ключи. Это была шутка, вот не задача. Мам, спокойно, завтра пересдача. Реально, на улице холодно, блин. Может быть, я на юрист. Мама, я пересдам ЕГЭ.